Я всех наших школьников от всей души поздравляю с праздником, с Днем Знаний. Особенно, конечно, наших первоклашек. Для них это новый этап жизни, для них это новые приключения, это новые учителя, новые знакомства. Я хочу пожелать им, чтобы они хорошо учились, чтобы они с радостью ходили в школу, чтобы они никогда не забывали своих учителей, потому что учителя всегда всю жизнь помнят о своих учениках и особенно помнят об их достижениях. Всех с праздником, здоровья, благополучия и всегда хорошего настроения. У нас в 38 школах города около 2900 первоклассников сегодня отмечают День знаний. На торжественных линейках их поздравили. Они пришли первый раз в первый класс в свою школу. Для кого-то это, правильно, как сказали, это новый этап жизни, то есть это для первоклассников, первоклашек наших, маленьких детишек, то есть впереди у них учеба. Это, конечно же, нелегкий путь, но он нужен. Он нужен всем ребятам, потому что знания в жизни, они очень пригождаются. В дальнейшем, конечно же, они должны будут определиться с выбором профессии. Ну, меня пригласили, я, конечно же, откликнулся и с удовольствием поздравил всех с праздником. Подарили подарки, замечательно провели концерт, всем понравилось, на мой взгляд, все было классно. Только отправить ребенка в школу, это невозможно описать, это вот прочувствовать надо самому. Хотя вот я и племянников, и племянниц провожала в школу, вроде бы тоже родные мне люди, но вообще совершенно другие ощущения. Даже, наверное, сама не волновалась так, когда шла в первый класс. Ждала, не дождалась, когда пойдет в школу. С утра сама встала, сама начала собираться. Ждет время, когда придет. Чтобы мы вышли, пошли в школу. Наш ребенок мечтает стать художником. Нарисовала рисунок даже, мольберт. Купили мольберт ребенку, сидит, рисует дома, занимается. Пока военным, а в дальнейшем не знаю. Музыкантом он хотел еще стать. Впечатление, конечно, это волнительно для нас. Первый раз в первый класс мы идем. Пожелать охота что? Крепкого здоровья, чтобы ребенок нас, ему нравилось учиться. Он достигнул всех своих целей намеченных, какие он поставил себе, и стать тем, кем он захотел, летчиком. Я хочу стать доктором, чтобы лечить людей. Я хочу стать директором завода, потому что я никогда не видел завод. Я хочу стать художником, потому что очень люблю рисовать. Я хочу быть пожарником, чтобы спасать людей. Я хочу быть врачом, потому что я хочу лечить маленьких деток. Пожарником. Почему? Потому что он тушит пожар. Полицейским. Что ты будешь делать? Почему хочешь стать полицейским? Чтобы ловить преступников. Ветеринаром. Почему ветеринаром? Потому что я люблю животных. Дельфинарий. Дельфинарий будешь работать? Почему? Ну, мне нравятся дельфины. Летчиком. О, что ты будешь делать? Почему летчиком хочешь стать? Потому я хочу летать. Осознанно делали свой выбор насчет своей будущей профессии, вообще насчет своего будущего. Потому что буквально лет через 20, в принципе, эти дети, которые вырастут, они будут занимать рабочие должности, руководящие должности. И такие, какие они будут, как мы их воспитаем, как раз такой будет наш город, такое будет наше общество. Смысл праздника – это показать детям вот эти профессии, которые они выбирают. Это здорово смотреть на детей, которые хотят стать врачом и видят, как медколледж выставляет вот свою аппаратуру, свои наряды, или как огнеборцы на пожарной машине, то есть, ну, вообще сногсшибательное шоу устраивают.
То есть дети загораются, и вот у них энергии для достижения своей цели становится в разы больше. На этих площадках должны быть задействованы службы, это такие как полиция, ДПС, скорая помощь, 14-й отряд ППС, аварийно-спасательный отряд, газ-сервис, отдел культуры, отдел образования, комитет по физической культуре и спорту. И мы должны вот в своей части тоже организовать эти такие площадки для наших детей. По всем площадкам на празднике будут курировать несколько сотрудников компании, фотографы будут еще раздавать визитки, где можно будет потом забрать фотографии со всех площадок. Есть идеи, как продолжить проект вообще вот до Нового года, грубо говоря. Например, те школы, которые хорошо себя покажут, то есть, ну, интересно, с которым здорово будет работать, можно, вот, например, на разные предприятия города, федеральные, нефедеральные, то есть устраивать экскурсии и тоже с телевидением вместе идти, снимать и жителям города это показывать. Это ДПС, ППС и неведомственная охрана. Также у нас работают три подплощадки. Первая подплощадка – это «Истории славы» МВД города Стерлитамака. Дальше, значит, там показано оружие сотрудников МВД. Ну и третье – все ребята могут померить форму сотрудника МВД, одеть китель, фуражку, ну и сфотографироваться. Самое интересное место – это спецавтотранспорт. Ребята могут посидеть, посигналить, включить мигалку. Все довольные. Меня Денис зовут. Денис, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Полицейским. Почему? Потому что я хочу преступников ловить. Вот ты сегодня смог посмотреть на настоящие полицейские машины, да? Что тебе больше всего понравилось? Мне больше понравилось, как я был вон на той маршрутке. Почему? Потому что там есть Уилла, а на полицейской нету. Впечатления, конечно, очень хорошие, вот даже слов нету, потому что ребенок столько всего увидел, столько всего познал, вот, а то все на картинках, тут вживую, превосходно просто, вот, спасибо вам за организацию такого праздника, мероприятия радостного, торжественного. Ковбоем. Почему? Потому что они скачут на лошадях, а мне нравится, хочу даже свою лошадку завести. А сегодня скажи, пожалуйста, что ты на этом празднике увидел и что уже успел попробовать сделать? Вон ту, как плетку, которой лошадок бьют. Посмотреть пожарную машину, ружье, меч. Потом еще надевали
некоторые шапки. Еще мы хотели еще поиграть там в пиратов. Очень обширный список профессий, с чем ребенок может познакомиться. Это штукатур-маляр, это технолог пластилинового производства, это у нас мастер татуировки по лицу, например. На самом деле несколько зон у нас здесь есть, если серьезно. Есть зона, ответственная за рисование, есть зона творчества пластилина, есть еще там подальше, можно будет увидеть, зона флористики, работа с живыми цветами, это очень красиво, очень интересно, и зона «Моя будущая профессия», где дети непосредственно рисуют свою будущую профессию. Да. Площадка огнеборцев, которая представлена несколькими пожарными частями города, каждая из которых, в свою очередь, ну вот, например, одна из которых предоставляет вот машину непосредственно, другие предоставили спортивный инвентарь, третий состав личный. Вот, и мы в таком симбиозе составили, ну, я считаю, очень отличную площадку, на которой дети могут и пострелять с рукавов именно водой. Мы имитируем возгорание, и, соответственно, дети тоже это смотрят с охотой, и пожарные, соответственно, это возгорание тушат. Я видел лица детей, которые вот и хотят быть именно пожарным. И вот такие ребятишки, когда подходят и видят вот каску, эту вот шлем, рукав пожарной машину, они просто, ну, можно сказать, визжат от удовольствия и получают, ну, сами излучают положительную энергетику и передают ее окружающей площадке. Меня поинтересовало все отзывы. Все кнопки, что они делают. Я обычно видел, как пожарная машина на пожар приезжает. Но там я не знал, где. Видел там дым какой-то один, и все. Одной из самых популярных площадок на празднике стала площадка под названием «Сила, доблесть и честь». Паша, расскажи, пожалуйста, что здесь ребята могли поделать? На самом деле, это одна из самых интересных площадок на сегодняшнем празднике. Здесь дети увлекаются всем, чем можно увлекаться на этой площадке. То есть они рассматривают оружие, фотографируются с ним, разбирают, собирают. Тут же выставлены оружие полиции, бронежилеты, настоящие автоматы, пистолеты. Бронетранспортер, который, вот если обратите внимание, тоже весь окутан просто детьми со всех сторон, и внутри, и снаружи. Также сейчас уже готовится полевая кухня, буквально минут через 15 уже будет готова. Я смотрю, уже люди подходят потихонечку, хотят себе отведывать кашки в полевой. Ну вообще, площадка на самом деле очень ценная для мальчишек в основном, потому что они практически 80%, наверное, всех мальчишек пойдут в армию. И наша задача привить любовь к армии уже в раннем возрасте. Вот поэтому, как бы, это основная ценность площадки. Родину должны защищать мужчины. Ну, сегодня они накладывают шины, всем очень нравится. Даже двое ушли с шинами вместе. Вот, накладывают, учатся, укольчики набирают сами. Также отвечают на вопросы по всем сферам медицины. Абсолютно, начиная от сестринского дела, заканчивая чуть ли не хирургами. Очень много детей приходят и прям просят их научить, показать. Сами рисуют, что умеют, показывают всякие. Тоже сами там, как им показывали. И, ну, у нас, естественно, советы спрашивают. Мы, как в меру своей практики, тоже показываем им. Хотела бы узнать, как работают врачи. Мне больше понравилось, как здесь сидят и лежат.
Я являюсь лидером площадки «Шкода Кроха». Эта площадка посвящена правилам дорожного движения. То есть каждый ребенок сегодня может узнать о том, как вести себя на дорогах, как вести себя на улицах, чтобы не попасть в какую-то неприятную ситуацию. То есть это очень полезно, я считаю, потому что основная проблема в городе является проблема дорог. Где правильно перейти, что делать в определенной ситуации. Сегодня каждый ребенок об этом узнает. Они увидели фокусы вживую. То есть я вам скажу сразу, то, что фокусы по телевизору увидеть это одно, а увидеть вживую фокусы это уже другое. Это намного интереснее, намного впечатлительнее, это интересует. И мы надеемся на то, что многие дети, которые сейчас это увидели, то, что мы показываем, они задумаются и тоже начнут заниматься этим в будущем. У нас, мне кажется, одна из наиболее популярных площадок тоже, потому что очень большое количество народа, как вы можете заметить. Да, площадка очень популярна, деткам очень нравится, они с удовольствием наблюдают, как мы это делаем. Они с удовольствием сами выступили в роли стилиста на наших тематических конкурсах. Сегодня мы заплели много косичек, сделали много красивых причесок. Также у нас много тематических конкурсов на эту тему. В общем, сегодня я считаю, что у нас день прошел очень плодотворно. Back to me so far. I might not have slept, but I woke up a super.